Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и сегодняшний выпуск получится очень коротким, потому что сегодня не будет ни одного сыгранного матча, мы просто пообсуждаем весь первый сезон, который мы с вами сыграли. Поехали! Вот она статистика за Штутгарт, мы отыграли за них полсезона, отыграли 14 матчей, забили 7 голов, отдали 4 голевые передачи, стали один раз лучшим игроком матча и попали дважды в команду недели. 10 января 2020 года нас подписывает Гамбург за 7 900 000 евро. Ну и вот статистика за вторую половину сезона, которую мы провели в Гамбурге. Сыграли 16 матчей, забили 10 мячей, отдали 6 голевых и также стали один раз игроком матча и дважды попали в команду недели. Ну и вот она статистика за весь первый сезон. Сезон 2019-2020 мы отыграли 30 матчей, это практически весь сезон чемпионата России, можно так сказать. Забили 17 мячей, отдали 10 голевых передач и получили серебряные медали второй Бундеслиги. Ну и вот такой апгрейд мы получили за вторую половину сезона в Гамбурге. И на 5 единиц поднялся наш рейтинг за весь первый сезон. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал «Футбол». До новых встреч, друзья. До свидания.